Дышим, делаем, опускаем на низ груди. Киска у нас, да? Руки у нас не раскрываются. Это такие стабилизаторы. Всем привет! И вопрос звучал на тему «Взрывная скорость». В хоккее это очень важно. Буквально 3-4 шага, и ты уже обогнал, твоя шайба, ты выиграл. И я подготовил для вас обзор трех упражнений на взрыв. Перейдем к ним. Упражнение «Двойной прыжок» с колен и на тумбу. Советую при силовых и скоростных тренировках разминать прямую мышцу бедра и портняжную мышцу, так как их часто надрывают. Упражнение «Прыжки с тумбы на тумбу». Акцент делаем при приземлении на носочки, затем резкий прыжок. Приземляйтесь на носочки для того, чтобы смягчить ударную нагрузку на суставы. Упражнение «Барьеры и тумба». Барьеры сделаны для того, чтобы запутать вас, с какой вы будете ноги делать движение. Здесь также развивается двигательная реакция. Всем желаю взрывной скорости, успехов! До нового выпуска. С вами был Валентин Корольчук.